Доброго времени суток! В данном видео вы посмотрите видеообзор на замечательную машинку от торговой компании Валь. Данная компания производит различные триммеры, машинки для стрижек и много чего еще интересного. Если вы хотите посмотреть поподробнее о какой-либо продукции данной компании, подписывайтесь на наш канал Krumer.com.ua, ссылки будут в описании. А мы переходим непосредственно на видеообзор данной машинки. Перед нами машинка для стрижки собак Валь Basic Pro. Эта машинка производится на американском заводе компании Valve. Предназначена она для стрижки мелких и средних пород животных, таких как йорк, чихуахуа, китайская хохлатая, вестикс, пудель и подобные породы. Сама машинка небольшая, удобно лежит в руке. А благодаря запатентованному мотору с увеличенным сроком службы у вас не возникнет никаких проблем во время стрижки. Мощность этой машинки 10 Вт. Ножевой блок состоит из высокоуглеродистой нержавеющей стали с высокоточной полировкой, обеспечивает плавность хода ножа по шерсти животного и делает более четкий срез, а также сохраняет заточку в разы дольше. Ширина ножа 42 мм. Вес машинки 430 грамм. Длина шнура 2,4 метра, что вполне вам хватит. Также в комплекте к машинке идут 4 насадки. 3 мм, 6 мм, 10 и 13. Очень легко все одеваются и закрепляются. Также к машинке идут в комплекте ножницы, расчесочка, масло и кисточка. И сопутствующая документация вот в таком вот кейсе. Эту машинку, конечно же, вы можете приобрести на нашем сайте groomer.com.ua. Также подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео, видеообзоры, возможно, распаковки. Также переходите по ссылочкам внизу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Вам не сложно, нам приятно. Всего доброго, пока!